Ну что ж, всем здрасте. Вот, наконец, приехало сие чудо, которое я давно хотел. Название? Долго я это ждал, пока это все плыло из Японии. Так что, японец не обманул. Состояние такое, как и описано. В общем, практически новый. Такой у него чехол, который разделяется на два, бархатный. Так что, японцу большое аригато гадзимас. Редкий зверь. Редкой, честно скажем, даже в Японии редко они появляются. Долго я за ним гонялся, года полтора, наверное, как бы не два. Ну и вот что мы имеем. Тридцать четверочку. Давайте глянем. 0,87 грамм. ПЕ-0,1-0,4. Вот так это у нас все выглядит. Больше ничего нет. Расстановочка колец револьверная. Очень короткая ручка, но в руке лежит хорошо. Единственное, что мне, в общем-то, даже и на картинках на ней не нравилось, это вот такой здоровый курок. Он просто громадина какая-то. Просто очень большой. Не люблю такое. В остальном, потряс ее немножечко, конечно. Это вот такой. Длинная вклейка на раз, два, три, четыре кольца. Я даже не знаю, как ее показать. Она очень тонкая. При этом колечки довольно широкие, что нетипично. Ну и позиционируют они ее, типа как универсал. Построю, тут плохо видно. Она фастовая, то есть вот эта сама вклейка работает, но... Это что-то среднее между ставридой, ну, аджинговым удилищем и мибаровым удилищем. То есть она не мягкая, чтоб прям вот совсем сопля, но и не ставридный кол такой прям, который вот туш-туш-туш-туш и не гнется. Она очень, думаю, будет информативная и чувствительная. Для джига. В основном это джиговый инструмент, судя по ее строю и по ее назначению. Конечно же, в наших условиях, ну и в их условиях, в японских тоже, там морская рыбалка вся эта донная, она вот для этого и создавалась. Будем приспосабливать под свои, так сказать, условия. Давайте прикрутим катушечку. Не будем лукавить. В общем-то, она-то покупалась не рыбу ловить. Есть у меня такой миллионерчик. И покупалась она, как вы понимаете, чисто под миллионер. Чтобы сохранить красоту вот этой вот такой снасти. Все вот эти выточки, все это металл. И, конечно же, вот это все, как для нее делалось. Не знаю насчет кнобов. Я еще подумаю, может, и заменю на черные, как бы. Но в общем и целом,
Выглядит это все вот так. Вот такой аккуратный, вот такая коротенькая ручечка под один заброс. 64 длина, коротышка. Надо сказать, что в руке сидит вот идеально. Даже по балансу с этой бочкой. Как бы ни странно, я ее собрал, покрутил. Офигенно. Как ни странно, но офигенно. Она, несмотря на тяжесть металла и короткая удилка, прям все очень, весь баланс в руке прям как будто пушин. Вот такой инструментик. Такой коротенький обзор, конечно, еще будет на нее обзор, когда появится у нас с вами жидкая вода, и мы уже попробуем это все в деле. Ну, а спасибо за внимание, вот такой коротенький обзорчик, думаю, на российских просторах интернета. Может быть, я и первый. Так что, вот так. Долго сейчас ждать, конечно, все из Японии. Шла на 2,5 месяца морем, но пришла в трубе, в картонной. Все, тьфу-тьфу-тьфу, обошлось. Всем спасибо, всем пока, увидимся на воде.